мы приехали на йо-йоге. Здесь должен быть парк, в котором находится какой-то национальный стадион, построенный к Токийской Олимпиаде. Ну, на карте мы нашли два парка, поэтому мы пока не знаем, в какой мы идем. Да, давайте перейдем. Нормально. Школа танцев, да, действительно. Как красиво. Женщина нам сказала, надо идти 30 минут до этого йо-йоги парка, поэтому мы вышли. Ликер-шоп! Очень люблю. Это реально не очень нарядно. Лера говорит, что-то объект написано, какой-то олимпийский, поэтому, видимо, он там за деревцами спрятался. Во сколько? 6:20. А сколько сейчас? Сейчас 6:10. Ну, го, быстро! Как красиво! Вот если они, конечно, делают что-нибудь такое, касающееся природы в стиле парков, садов, у них, конечно, не Парк Победы, а очень красиво. Не, я тоже люблю Парк Победы, но просто у них как прям в лесу. Мы приехали в парк йо-йоги. Вчера у нас был день моречка, и до этого было два выходных, поэтому мы очень радуемся. Ура! Что ни с кем ничего не случилось, потому что все три дня не работали больнички, всякие службы. Ой. Я их жду. Привет, тоже в блоге. Мы, короче, идем гуляем по йо-йоге, и мы должны найти буддийский храм. Реально идешь, и такое ощущение, как будто ты не в парк пришел погулять, а в лес. Очень много места и очень красиво. Прив, птичка. Ну и пока. Как все в Японии, в Токио в частности, закрывается йо-йоги в 6:20. И, наверное, мы тут жить останемся, если что. Да, сегодня у нас на занятиях мы обсуждали привидений и всяких мистических, да, существ и монстров. И рассказывали в японском про нашу бабу-ягу, которая жрет детей. Юры Обака, да. Ага. Мы нашли его! Главный храм. Женщина, вы мне попортили вообще-то видеоблог. Я красиво белого мужчину снимала в юката. Красивый мужчина в юката идет в храм. Альвина. Сумимасен. Русских везде жопой жри, что ты в Европе, что ты в Азии, что ты в Японии, везде. А, которая печать императорская. Хризантема. А рыбочка национальная, карп.
А птичка у них есть птичка национальная? Наверное, но посмотреть будем. Посмотрим птичку. Ты как самого главного алкоголика. Ну ты будешь заинтересована. Ага. Не верьте им, фу, они клевещут на меня. Да, это бочечки с саке, очень красиво. Иду пью.